Реал Мадрид. Наши реформы. Рекомендованы ассоциацией врачей. В стране грядет бум переименования улиц и площадей. Кстати, вы почувствовали, что не хватает идей для новых названий? А предлагаю давать названия улицам в честь живых и здравствующих людей. Например? Например, нижний и верхний вал Даши Астафьевой. Или, или площадь Русланы Пысанки. О, тогда давай будет Блохиновский спуск. Или Ребровский подъем. Потом можно переименовать. Можно, да. Только без тупика Кличков. Да, хватит нам уже тупиков. Чернигов. Из областных центров Украины не только самый древний, но и самый северный. А по неведомому закону, чем ближе к тундре, тем сложнее дается процесс декоммунизации. Стало быть, нужна помощь. Сегодня мы бодрим в легендарном городе. Легендарный город Чернигов. Мы подумали, что вы главные, поэтому к вам подошли. Григорьев Игорь Васильевич, заместитель директора департамента семьи, молодежи и спорта Черниговской областной государственной администрации. Я знаю одного талантливого очень футболиста и считаю, что вполне заслуженно он стал лучшим футболистом Украины в этом году. Это Андрей Ярмоленко. Да. Он выходит отсюда, да. Буквально на глазах, вот у нас из такого простого, щупленького такого, но уже тогда техничного парня вырос такой футболист. Мало людей знает, что он из Чернигова. Очень мало. Так как наша программа предлагает различные инициативы, может его именем улицу какую-то назвать? Спасибо за предложение, мы его рассмотрим, и я думаю, воплотим в жизнь. Может, улица, переулок, где осталось название еще с тоталитарного режима, и нужно переименовать? Типа имени Дзержинского там? Ну, конечно, поставались. СССР, ВЛКСМ, ВЛКСМ, все осталось советского. 50-летие СССР. Да, мы переименовываем в улицу имени 25-летия Андрея Ермолова. Совершенно верно. Причем даже Ленина в Ермоленко примет, да. Если надо. Если, о, левую ногу можно, например. Да, можем левую. Левая нога у Ленина имени Андрея Ермоленко. Можем. В честь его назвать этот стадион? Ермолина поляна, например, может Ермолина, быть. Ермолина, да? Да. Как продвинуть эту идею, этот проект наш? Это нужно вам в горсовет, значит, обращаться к нашему мэру. За моей спиной мэр города Чернигова Александр Соколов играет в футбол. Вот повезло Чернигову, у них мэр футболист. Вот на этом поле, да. Черниговской Десне, а там еще как бы в клубе. Не только Киев, вся страна гордится. Да, ему тоже. Вот, например, переулок имени 25-летия Андрея Ярмоленко. Спасибо за идею. Стадион имени Лобановского в центре Киева. Именно он стал для Ермоленко вторым домашним стадионом после Черниговского. У нас хорошие новости для вас. Были недавно в Чернигове, у вас на вашей родине. Там вас очень любят, очень ценят. Так любят, что готовы переименовать даже в вашу честь какую-нибудь улицу. Вот, например, мэр Чернигова пообещал... даст на рассмотрение депутатам, улица имени 50 лет СССР есть. Готовы переименовать ее улицу имени 25-летия Андрея Ермолина? Нет, серьезно. Вместо Ленина мое лицо просто поставят. Лучший игрок Украины. А вот чтобы вы были лучшим игроком Европы, вот такая мотивация у них возникла. Вот когда я стану лучшим игроком Европы, тогда можно... Мы надеемся и верим, что Андрей Ермоленко будет лучшим игроком Европы или мира. Андрей, а вы пообещаете, что вы будете стараться быть лучшим игроком Европы? Ближайший. Конечно, спасибо. Обещать-то я могу, но... Не, но будете стараться. Конечно, да? Буду.